Большинству из этих мальчишек нет и 13, а они уже чемпионы всероссийских соревнований. Ребята доказали, что они готовы достойно продолжать славные локомотивовские традиции читинского футбола. Финал спартакиады юношеских команд региональных железных дорог собрал в Сочи 16 сборных, которые пробились в эту стадию по итогам крупных отборочных турниров. Многие из ребят представляли детско-юношеские школы известных российских клубов. В сборную из АБЖД под руководством тренера Григория Налобина попали его собственные воспитанники из команды «Чита-2002», два подопечных Андрея Крейсмана, а также игрок сборной края Антон Пичуев из Шилки, родители которого трудятся на Забайкальской магистрали. Было очень сложно, нам было очень страшно ехать туда. Думали, что команды приедут очень сильные, и так случилось. Мы собрались и выиграли, потому что мы хотели защитить свой край, не подвести своих тренеров. На групповой стадии юные забайкальцы сумели переиграть очень серьезных соперников из Москвы, а также команды Якутии и Приволжья. Причем последнюю игру взяли со счетом 13-0. Четвертьфинал оказался куда сложнее. На этот раз со счетом 3-2 были повержены иркутяне. А в полуфинале забайкальцам выпало встретиться со сверстниками из Екатеринбурга. Полуфинал был очень сильный. Сначала мы проигрывали 1-0, думали, все уже. Но потом во втором тайме мы собрались, и я пацанам сказал, что надо выиграть. Не зря же мы сюда приехали. И собрались и выиграли 2-1. Физических сил на финал уже практически не оставалось, и одержать победу над командой из Новосибирска, как говорят сами ребята, им удалось только на морально-волевых. Три подряд игры, да, и они были на протяжении вот этого дня, да, одного. И как бы промежуток отдыха был маленький, и уже ребята видно, уже жара стояла, и ребята видно, что и те уже устали, и наши устали. Мы как бы до последнего забайкальский характер показали свой, ну и выиграли их 3-1. Стоит отметить, что Забайкальская железная дорога стала абсолютным победителем спартакиады в Сочи. Отличились не только наши футболисты, но и представители других видов спорта, сумев выиграть спартакиаду в общем зачете. Артем Кондратьев, Максим Лобачев, ЗАП ТВ.